всегда с вами. Вот хочу прочитать в комментах. Катюха Рулит мне написала: ты самая клевая, крутая бабушка. Передай мне привет, пожалуйста. Катюха, привет тебе, рули дальше. А сегодня вот предлагаю посмотреть Ти-фест «Окно». Только выставили недавно, свежачок. Так что давайте вместе смотреть. Вперед! Окно. Окно в Европу, наверное. Я готов был выпрыгнуть сквозь заднее окно, чтоб не слушать все те разговоры про любовь. Я готов был пулями прямо себе висок, чтоб не слушать то, о чем ты мне сейчас несешь. Разговоры про любовь. Разговоры про любовь. Это наборно, как панихид, но я победитель своего ритма. Жизнь снова без позитива. Твой рот забирает улыбаться ризом. На кости шестерки, на картах лишь джокеры. Суки на шее как чокеры. Суки хотят, чтоб их звали девчонками. И не спрашивай, о чем болит душа, просто выкачивай с меня мое лаве. Я беру все твои чувства на прокат, но не лечи меня за то, чего тут нет. Мне понравилось. И самое главное, матюки уже только литературные, больше не ставил ничего. Мальчик взрослеет. Так что бабушка стареет, а мальчик взрослеет. Хотя сегодня понедельник, и он выставил новый клип. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Ну, как всегда, у него топчик, мне нравится, понравилось. Выход он нашел в окно. И все. Так что... Пока-пока. До новых встреч.